Как-то странно говорить «до свидания», потому что я не знаю, когда будет следующий раз, когда я с вами заговорю на русском. Но у меня уже в горле пересохло, у меня тут где-то был чай, его теперь нету. Вот, я надеюсь, вам это видео понравилось. Да, оставляйте свои комментарии, я очень обещаю, я вам прочитаю и отвечу на сколько я смогу. И да, я вас очень люблю.